Отже, друзі, ми продовжуємо програму і прямо зараз поговоримо з тим гостем, якого анонсували ще на початку першої години. Як підготувати себе до марафонів, розкаже наш ранковий гість. Марафонець Олексій Гренов сьогодні у нас в гостях, але зроблю поправку. Спортсмен-любитель попросив сказати, но все-таки скромність – це не особо хорошо. Доброе утро. Доброе утро. Рад вас приветствовать. Итак, очень приятно осознавать, что в Николаеве есть люди, которые развиваются активно и уже покоряют не только трибуны, марафонские дорожки в Николаеве или Украине, но и по всему миру. С чего все начиналось все-таки? Это, конечно, громко сказано, покоряет трибуны, но все начиналось с первых 5 километров 2 года назад. Это был забег в Киеве ко Дню Святого Николая. То есть за 2 года? Да. И после этого сразу на 1 января, после Нового года, в 10 утра вторые 5 километров. Вот так все и начиналось. Но у людей как-то по-другому январь встречают 1 и 2 часа. Да, это было неожиданное начало, но вот мне понравилось, и с этого все, собственно, и началось. Какая была мотивация вот в начале начать вот этот бег к Святому Николаю? К Святому Николаю меня подвел друг о том, что а почему бы и нет, почему бы не пробежать. Единственной сложностью было то, что это зима, а вокруг снег, лед, и нужно было себя подготовить довольно за короткий период. Я с тренером начал заниматься, были небольшие тренировки, и вот как-то постепенно дошел до 5 километров. А если говорить о подготовке, да, вот этой базе, то есть человек, который раньше никогда не бегал, как подготовить себя за короткий период? Вы уже можете дать совет, потому что у вас это получилось. Подготовка за короткий период к 5 километрам, это возможно. Подготовка за короткий период к марафону – это не то чтобы невозможно, но этот короткий период должен быть в районе 2 лет. Вот тогда это побольше, подойдет, да, по времени. Что необходимо делать, чтобы подготовить себя к 5 километрам? Вот так, если можно тезисно, вот, например, да? Нужно, может, просыпаться, да, что-то кушать специально, дыхательные какие-то упражнения? Да, конечно. Нужно начинать с самых небольших дистанций, то есть и оценивать свои возможности по мере вашего прогресса. То есть вы начинаете с 5 минут бега, постепенно увеличиваете его до 20, и, в принципе, 25 минут – это уже будет 5 километров. То есть это уже хороший результат. Теперь по поводу вот уже марафонов, потому что сначала были маленькие дистанции, потом полумарафоны. Не, наверное, все-таки о полумарафонах. Где был полумарафон еще? Полумарафоны были в Харькове, Киеве и уже в этом году на Кипре. Если вот сделать такую карту, ваша личная география, где были полумарафоны, забеги, марафоны, какие это города, страны? Опять-таки Киев, Харьков, в Украине, кажется, это все. Затем Франкфурт, Германия, Нью-Йорк, США и Кипр. Ну, уже за 2 года, я хочу сказать, это достаточно таки обширно. По поводу франкфуртского марафона, это первый марафон в вашей жизни. Какие там были волнения, возможно? Возможно, подготовка. И что самое интересное, вот у вас в комментариях я нашел Владимир Горлатенко, если правильно сейчас читаю, пишет: «А зачем? Зачем ты бежал?» Вот. Это хороший вопрос, на который я не могу точно ответить. Бежал, потому что хочется. Вот ставишь себе такую цель, 42 километра, 195 метров, и медленно и уверенно к ней идешь. Я предлагаю сейчас посмотреть небольшое презентационное видео этого марафона, и после продолжим разговор. Thank you.
Это был 2015 год. В 2016 году уже Нью-Йоркский городской марафон. Что уже здесь? Какие, может, подходы? Что-то поменялось? И есть ли разница в вашем личном подходе к франкфуртскому и к нью-йоркскому? Да, я занимаюсь тренером, и для второго марафона была немного изменена система подготовки. Вместо беговых тренировок был больше упор на велотренировки, потому что это тоже кардио, и это немного легче делать, чем контролировать свой пульс во время бега. То есть во время велотренировок мы можем задавать более четкие грани и более четко держать свой пульс в той или иной зоне. Если говорить вот определенные советы для новичков, которые вот сейчас хотят начать там с 5 километров, даже с километра, и дойти до уровня уже марафона, что не нужно делать, вот вы уже пройдя этот путь, можете сказать, вот ребята, это не надо делать, а вот это надо делать? Вот если такие тезисные все-таки советы. Я думаю, самый главный совет, который я бы дал себе, это не бежать марафон. Даже так? Первый, да, это была не совсем здравая идея. Я понял на 28-м километре, когда у меня начало болеть абсолютно все, что это было, ну вот, не совсем вовремя я начал этим заниматься, и нужно было повременить и сделать это через год. Поэтому. То есть первое, не спешить? Да. Основной совет – это то, что к марафону вы должны подходить, когда вы уже готовы пробежать полумарафон, как обычную тренировку. И вы не устаете от этого, и вам это, собственно, удовольствие. По поводу, есть на странице у вас тоже в Фейсбуке, промониторил вчера до конца, самого начала, есть тоже несколько советов по поводу того, что кушать, не кушать перед марафоном. Все-таки теперь уже пробежал франкфуртский марафон и городской в Нью-Йоркский. Что нужно, кушать или нет? Обязательно нужно кушать. Должен быть завтрак перед самим забегом. И если вы выезжаете на место сбора через несколько часов, то обязательно возьмите с собой какую-то дополнительную еду в виде сухофруктов, орехов и чего-нибудь еще углеводного. Ну, то есть, вот такие, на самом деле, непривередливые советы. Самое главное – подходить с умом. Да. Я, если честно, сейчас так провариваю наш разговор в голове и думаю, вот человек себе жил, учился, у вас образование совершенно в другой области, да? Да. Никак не связано, это не спорт и так далее, никакие дисциплины спортивные. Но вот захотелось, и человек дошел до того, что сейчас он уже бегает марафоны. Я, если честно, очень счастлив от нашего знакомства. Благодарю вас за то, что сегодня уделили время, приехали в Николаев и вот частичку времени отдали нашей программе.